Мы решили приехать на Вах с ночевкой, со станами, в общем, совсем-совсем. А ну, Павличек? Укажем. Ивочка, можешь все-таки поздравить? Это жена Павла. Так, сейчас покажу, какая вот дорога есть и какой участок, где мы будем спать. Такая вот дорога вниз. Так, главное смотреть под ноги. В общем, это и есть, собственно говоря, ВАГ. Все переволокли, и в итоге, короче, это выглядит приблизительно вот так. Ребята потихонечку организовывают зону отдыха. Убирают камушки, рвут траву. Все понемногу, все стараются, кроме меня. Вот, в принципе, наша будущая зона отдыха. Вот. Решил, короче, камушек перекинуть через вах. Ай! Но не получилось. Давай камень. Камень над вагом лети. Короче говоря, пока ребята занимаются дальнейшей организацией, я вот себе уже разложил здесь такой замечательный стульчик и, наверное, буду сидеть вот так. Ой. Добре. Так ты си мистер Сакира, не? Мистер Сакира. Дерево. Выбегнем гнезд, ежаку. Будем опять сидеть тут, лежать там. У нас даже есть собственное окно. Пожалуйста. Хочу показать, как внутри сейчас, в палатке. Честно говоря, почти как дом. Причем двухспальный. Отдых продолжается. Мы уже искупнулись. Вода чистенькая, прозрачная. Будет лавочка. Вот а так будет секерка, поливка? Каша с топора. Такой вот шашлык. И это форель. Вот так вот Павличек отдыхает у нас в гамаке. Павличек, на здоровье. О, будвар, вичепный пиво. Доброе на здравичко, Камо. Ано. Песть. Чао. Ага. Кто плыве? Нет. Павличек,
Vidíme sa v Bratislavie, ahoj! Ne, netreba, ja som budem pliť tak. Zachránte Viliho! Zachránte Viliho! Alexander, podkopaj drevo, priniesť? Ivanka, čo myslíte? Ahoj, dobre je tu. Dobre sa nám tu stanuje. Odpočúvam, že? Odpočívame, grilovali sme si. A teraz to je tak krásne. Je to veľmi dobre. Áno, to je kvôli tomu, aby nás kamery nepokusali. Вот, ребят, все-таки настал вечер. У нас уже такой огромный-огромный огонь. Мы греемся, у нас есть свет. В принципе, и с неба есть свет, но все же. Ребята тут отдыхают. А утро все-таки прекрасно. Сегодня ночью у нас был дождь. Поэтому уже сложно найти сухое дерево. Но тем не менее мы это пойдем делать сейчас. Нужно развести костер и что-нибудь позавтракать. Да, даже просто сейчас на самом деле не видно, но капает. Капает дождик. И как бы можно найти сухое дерево исключительно за ветками здесь, где-нибудь в глубине. Так, ага, ну вот, в принципе, дерево сухое, отлично. В общем, берем. Вот тебе и на, доброе утро. Дождь херячит. Главное, чтобы мы не промокли в той палатке. Ребята, короче, мы хотели горячее кофе, но у нас только холодное кофе. Но будет горячий кофе, серьезно. В общем, слава богу, что получилось у нас развести костер. Хоть и дождь капает, но все равно. Немножечко подогреем себе сосиски с сальцом. Ну так, ребят, потихонечку закончится дождь, и мы будем собираться. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, всем удачи!